тот день мы решили прокатиться на пароме по Темзе. Он стоил примерно 20 фунтов или 25, что-то такое. То есть не очень дорого. Там есть несколько вариантов. Также Uber Bolt, кому будет интересно. И он едет от самого Вестминстера до Tower Bridge, либо дальше до Гринвича, но на него мы не успели поехать. Мы попали как раз во время заката, так что было очень красиво, все освещалось солнцем, видно было обе стороны реки и очень красивые виды, так что рекомендую воспользоваться этой аттракцией. И идем наконец-то в то место, которое я хотела больше всего посетить в Лондоне. Называется Camden Market, Camden Town. Это такой типа хипстерский район, как его раньше называли. Там очень красивое здание, и там куча мест, чтобы поесть, чтобы купить что-то интересное. Так что я вам все это сейчас обязательно покажу. Мне очень интересно, что там будет, потому что я прямо очень хотела туда пойти. Здесь, собственно, вы видите сам Camden Market, там очень много разных мест, где можно поесть, очень разнообразную еду, и очень вкусно, и довольно-таки недорого, поэтому, если вы будете на Камдене, обязательно зайдите туда. В те дни как раз проходил карнавал на Ноттинг-Хилле, он проходит каждый год, здесь вы можете увидеть, как много людей было там, ну и такие небольшие последствия в виде мусора, которые люди оставляли, что повергло меня в большой шок. Если вы смотрели сериал Тед Лассо, то вы знаете это место очень хорошо. Именно здесь снимался этот сериал, и я большой фанат, и мы приехали сюда. Я купила сувенирчик, типа мерч. Здесь очень красивый район, очень много парков. Ричмонд, наверное, самый красивый и уютный район, который я видела в Лондоне. Это довольно-таки дорогой район, там живут довольно богатые люди, но он самый чистый и спокойный, поэтому если вы хотите именно этого от Лондона, обязательно поедете туда. Ну и если вы фанат Тед Лассо, то тоже обязательно. Thank you.
А здесь вы видите знаменитый магазин книг Notting Hill из одноименного фильма, и именно поэтому я решила поехать в этот район. Я купила себе такую сумку. Приветик фанатам Доктора Кто, но вообще Музей науки был довольно-таки интересным и необычным выбором. Он абсолютно бесплатный, только вы должны зарегистрироваться заранее и забронировать время. Ну а так, особенно если вы с детьми, очень все понравится, но даже взрослым нам было чем заняться.